Всем привет, ребята, моя хозяйка Руся заболела, поэтому буду говорить я за нее. Сегодня она уходит, и я остаюсь одна дома. Так, все, ты уходишь, пока-пока, Русь, пока, я тут пока посижу. Так. Куда? Стой, ты куда? Ты куда уходишь? Эй, ну, ты уходи, пожалуйста. Все, она ушла, ну что ж такое, ну как так-то, я не понимаю, ну блин, ну елки-палки, ну что мне делать тут одному сидеть, а? Ну вообще делать нечего, ну сколько... Все, вроде она ушла. Ну да, пойду в комнату. Так, опять оставила вкусняшки, ну Маша растеряша, я ж всего съем. Так, ну блин, стыдно как-то. Так, ну подойду лучше. Но пока что брать не... Вкусненько. Ну да. Вкусно. Там, ну совсем чуть-чуть возьму. Ну пойду, все, уйду я лучше. Пойду полежу на диване, может быть, не знаю. Мне разрешают лежать. Ну ладно. Ладно, полежу, вот, все. Ой, вот так вот вообще отлично, вот супер. Так, может конфетку взять? Ну, не знаю, как-то стрёмно мне, не знаю, брать или не брать. Ну, так, залезу чуть-чуть. Ой, ну ладно, вот так вот. Так, ой, вот конфетка, но она уже близко. Брать, не брать. Ой, ладно, попробую чуть-чуть, лезу пару раз и пойду. И все, чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть попробую. И все. Так. Ну ладно, хватит. Так, все, я слезла. Так, ну что же мне поделать? Ладно, Руся не пришла. Еще пока что пойду спрячусь. Все. Все, пойду спрячусь. Так, она ушла. Юля тоже уже ушла. Значит, никто ничего не заметит. Может, вылезем? Ну, чуть-чуть открою. Вот, да, я наконец-то, ну, блин, как-то боюсь я. Надо еще подумать, чуть-чуть подумать. Так, вот, все. Все, теперь я не боюсь, я уже 100 раз тут гулял. Ладно, пойду еще чуть-чуть погуляю. Так, что там такое интересненькое? Может, пожевать чего найду? Так, что там интересного? Так. Так, пойду посмотрю у шторки там. Что там? Так, так, ладно, я, может, прятаться? Так, ну, что тут такое лежит? Так, пробежим сюда, пока никто не видит. А может быть сюда? Вот почему нам нельзя выбраться? Ну, потому что, например, мы рыбы. Ничего тебя не смущает? Как мы выберемся из этого? Ой, блин, Руся пришла, елки-палки. Так, надеюсь, она ничего не заметит. Я так надеюсь. Оля, эти все животные. Что-то натворили-то, а? Ну ладно. Как там Шустрик поживает? Пойдемте посмотрим. Ох, я заболела, мне аж трудно говорить. Шустрик, все нормально? Да, все отлично, все чудесно. Я ничего не делала, так и сидел в своей клетке. Не выходил ты, то знаю тебя. Умеешь. Ну ладно. С Мишей тоже все хорошо. Значит, все было хорошо.